Ребят, привет! На новогодние праздники поехал в Таиланд отдохнуть, и я здесь уже 6-й раз. И хочу вам рассказать вообще то, что я вижу своими глазами в плане автомобилей. Я думаю, вам будет это очень интересно. Таиланд вообще занимает 1-е место в Юго-Восточной Азии по количеству автомобилей, производимых в год. Здесь оно сейчас на данный момент составляет почти 2 миллиона единиц. А в 2012-2013 году доходило до 2,5 миллионов единиц. Это очень много. Таиланд поставляет автомобили на свой внутренний рынок и также поставляет на другие рынки Азии с правым рулем автомобили. Ребят, в этом видео мы ответим на 3 главных вопроса. Это автомобили, которые ездят вокруг нас, на чем ездят тайцы, какие марки, бренды, качество этих автомобилей. Также в этом опросе будет раскрыт ответ. И также будет цены на бензин, это очень важно, это очень интересная тема. И 3-я тема – это какие дороги в Таиланде. Не отключайтесь, погнали. Единственным тайским производителем является компания Tayrank. Они производят очень маленькое количество автомобилей, и я думаю, это просто правительство держит этот бренд ради, просто для того, чтобы была галочка, что есть производители тайских автомобилей. Основная масса – это, конечно же, японские автомобили и чуть-чуть европейцев и американцев. На территории Таиланда собираются такие бренды, как Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, BMW, Isuzu. Также здесь собираются General Motors и Ford. Мерседеса почему-то здесь нету, видно, им этот рынок не особо интересен. Но Мерседесы ездят, это GLA, GL-ка, X5, X6, почему-то нету таких вот топовых автомобилей. X1, X3 есть. Если это какие-то джипы, пикапчики, это все будут абсолютно в подавляющем большинстве, это дизеля. Бензинового джипа вы здесь днем с огнем не сыщете. То есть тайцы выбирают дизельные, неприхотливые японские автомобили. Автомобили в Таиланде я по своему личному мнению могу разделить вообще на 2 категории. Это автотранспорт в виде каких-то малолитражек, это какие-то ярисы, они же вицы на внутреннем японском рынке. Это короллы, Toyota Vios, Honda Jazz, он же Fit в Японии. Нотов здесь нету, есть Subaru XV. В общем, такие гражданские автомобили для передвижения и такие даже автомобили, как Camry, они здесь имеют минимальные объемы моторов. Здесь это 2-литровый Camry. Я видел одну гибридную. Если он не наклеил просто так лейбы, то у него реально 2,5 Camry на правом руле. Также нередкость CR-вушки в кузове RD6 либо RD4. Не знаю, тут у них рестайлинг распространялся на Таиланд, либо нет. Pajero Sport старый. Машин не скажу, что вот прям, ну, типа, все новые, либо все старые. То есть очень Monaccord поехал. Не гибридные, обычные. 2,4, скорее всего. Также есть там такие машины, как Sienta, которые имеют 7-местные комплектации. Есть еще хэтчбеки в виде CHR, Subaru XV. Не гибридные здесь XV-хи. CHR это гибридный на моторе 2ZR, это как на Приусах. Есть те же самые Приусы 30-е на гибриде. Среди BMW и Мерседесов здесь это кроссоверы, а есть и седаны. То есть, ну, соответственно, S500, какие-то C-шки, это все бензиновые модели. Но в подавляющем большинстве кроссоверы, они идут на дизелях. То есть я тут видел рестайловые GL-ки хорошие, очень дорогие, на хороших колесах, и они дизельные. BMW тоже здесь дизельные. Я так и не понял, я спрашивал здесь у людей, почему здесь очень много дизельных автомобилей, и никто не может дать какого-то вразумительного ответа. Дизель здесь стоит, ну, не очень, не в 2 раза дешевле, чем бензин. Ребят, находимся на одной из заправок сети Shell. И здесь цены такие же, в принципе, как и на внутренних заправках вообще Таиланда. И цены 91, ну он же у нас 92, 25,97. Это в батах. Но если хотите перевести на рубли, то умножайте на 2. То есть это более 50 рублей за 92. И напоминаю, эти ребята на своей территории не добывают нефть, как и в большинстве азиатских стран.
у них нету нефти. Они все это покупают с мирового рынка, и они дают вот такие хорошие цены на бензин. Ребят, еще хочется отметить инфраструктуру заправок в Таиланде, а именно на острове Пхукет. Ну, я думаю, и во всем Таиланде то же самое. Очень высокая инфраструктура. То есть ты подъезжаешь, у тебя абсолютно все виды топлива на одной станции. И для страны, которая не добывает эту нефть, столько заправочные станции, очень много стоек, куда можно подъехать и заправиться. И очень много вот этих пистолетов, сразу же оплата картой, наличка можно туда засунуть, все что хочешь. Есть заправщики, которых несколько штук на подобную заправку. Может быть, для Москвы, для Питера это звучит как-то, ну, у нас тоже там типа есть, да, такое. А вот для Владивостока, когда у нас те же самые заправки Роснефть, у нас НК Альянс, эти тоже ребята зарабатывают очень много денег, но у нас нету ничего такого. Ты выходишь, вставляешь сам пистолет, идешь в кибитку, оплачиваешь деньги, наливается, большие очереди, здесь вообще нет очередей. Все очень быстро. Вот это, опять же, дорога на пути эффективности. Здесь все пропитано эффективностью, даже на заправке, не говоря уже о ценах на бензин. В Таиланде вообще все стабильно, и цены на бензин те же самые. И если нефть в мире дешевеет, то и цены на бензин, вообще на горючку в Таиланде, они дешевеют. Ну, как и во всех странах. В Японии, в Таиланде то же самое. Цены растут на рынке, чуть-чуть подрастают цены на бензин. Во всех цивилизованных странах у нас цены растут всегда, сколько бы ни стоила нефть. Гибридов, электрокаров здесь практически нету, и они как-то вообще об этой теме не думают. То есть об этом думает сама Япония. Вторая половина автомобилей, которые ездят по Таиланду, это большие савы в кузове джип, в виде как Toyota Fortuner. Это пикапы, то есть это, скажем так, это маленькие грузовички. Это большие грузовики, то есть какие-то уже идут дюны, уже какие-то хинорейнджеры идут. И это очень интересный сегмент, это автобусы. Пользуется популярностью транспорт, который очень можно поднастроить под любые нужды. На таких вот автомобилях есть вот такие будки, там же может быть и ревка. Там же могут и возить людей, то есть делают лавочки, ну, убирают вот этот вот короб, возят людей. В общем, на этой машине можно делать все. И здесь вообще люди выбирают транспорт, который можно приспособить под разные нужды. Если у тайца магазинчик какой-то, ресторан, у него какое-то маленькое производство, то, естественно, он будет покупать что-то типа вот подобный Toyota Hilux, будет возить в этом кузове там как какие-то коробки. Здесь коммерческого транспорта очень много. Здесь рынок пикапов, он второй по величине в мире. Если вы были в Таиланде, вы заметили, что здесь очень много ездит автобусов. Это вот такие хайсы. Здесь они называются Toyota Commuter, Toyota Commuter. Как-то, в общем, я так и не услышал правильное звучание ни от кого. В общем, это Toyota Hiace. Они все идут с высокой крышей, они все идут дизельные, они все идут пассажирские. Здесь нету грузопассажирских таких хайсов. Есть очень комфортабельное, я видел у них такие салоны, просто караул с неоновой подсветкой, множество подстаканников. То есть это уже для каких-то, может быть, отелей, там, Hilton, Novotel и прочие топовые какие-то, может быть, сетевики. Другие автобусы здесь вообще не признают. Я вот сейчас стоял и видео проехал Hyundai Starex. Это очень редкое явление. Здесь вообще эти машины никому не нужны. Зачем? Когда ты можешь купить себе Hiace, ты можешь надеть на него симпатичные колеса, даже сделать обвес. Это надежная машина на надежном дизеле, которая не ломается, которая зарабатывает тебе деньги. Зачем покупать какие-то Starex'ы? Ну, может быть, здесь есть какая-то корейская диаспора, и они хотят ездить на своих Starex'ах. То есть, ну, и приезжают гости из Южной Кореи, и они хотят именно возить на корейских автомобилях, на Starex'ах. Возможно, только так. Здесь даже на мотобайках приделывают люльку, в ней возят. Там маленькая кухня, которая стоит вечером, и на улице там продают какие-то блинчики, мороженое, все, что хочешь.
Они возят даже в таких вот люльках лед к ресторанам. В общем, здесь с каждого мотора, с каждой единицы ДВС, здесь снимают денег вообще по максимуму. Эта страна растет, и не зря они держат 12 место в мире по объему рынка, по производству автомобилей и вообще моторной техники. То, что нам говорят по Первому каналу, сейчас будет прорыв, сейчас мы вот еще чуть-чуть подождем и просто в космос. Нет, вот Таиланд улетает медленно, но верно. Они строят свою ракету, чтобы улететь в космос. И отчасти, даже, наверное, по большей части, это основано на том, то, что сюда зашли японские производители. Здесь вся инфраструктура построена на японских автомобилях, надежных автомобилях. Здесь большие грузовики, все стройки, все на японской технике. Здесь ездят большие Хина, здесь ездят большие Сузу, которые возят щебень, какие-то стройматериалы. Это показатель того, то, что этой стране важна цена, эффективность, ремонтопригодность и вообще сколько прослужит техника. Поэтому здесь вы не найдете Hyundai HD 120, которые грузовики эти брали в 2011-2012 году, которые уже все сдохли давно. Еще один Starks поехал. Здесь строят свой бизнес тайцы только на японской технике. Задумайтесь. Honda HR-V. Для внутреннего рынка Японии это Honda Vezel. Красивые диски. Очень много тоже, кстати, ездит. Они стоят где-то 1 100 000 бат. Новые. Сейчас японские производители занимают 88% от всего вообще объема автомобилей, ездящих по Таиланду. Такая вот цешка симпатичная, Wellfire, 3 семерки на конце, CR-V, старенькая, Chevrolet вот таких много, тоже дизельные, Honda City, Toyota Vios очень много, прям вот очень много, рестайловые, дурестайловые, прям просто кишит вообще весь пакет. То есть, наверное, самые седаны популярные у тайцев. Это Vitz дорестайловый, он же Ярис здесь. Honda Civic старенький. Еще для меня оказалось немножко непонятным, почему у тайцев не популярны минивены, как вот Иш, Альфа. Смотрите, вообще какая CHR-ка, вообще крутая, вообще в тюнинге, вообще очень жирная, и она тоже гибридная. Ну да, здесь они не продают 1.2 CHR-ы, здесь только гибридные на 2 ZR-и, скорее всего переднеприводные. Здесь, кстати, джипов очень много, ну, больших, Isuzu, очень много задний привод. Мы вот тогда арендовали на месяц, тоже был задний приводной, можно было немножечко подрифтить в поворотах, когда отключал антиюз. Ну, потому что 4 ВД здесь практически не к чему. Swift вообще первый раз вижу. В общем, разнообразие автомобилей, конечно же, поражает. В этом видео вы увидели то, что в Таиланде очень много мотобайков, и за моей спиной вы также видите проносящиеся всякие разные маленькие мопеды, большие мотоциклы в виде Кавасаки либо каких-то Сиберок. И правда, в Таиланде всегда очень тепло, у них не сезон считается, это лето, сезон дождей, у них примерно 28 градусов, каждый день идет дождь, примерно по часу, по два. Такая вот зима, а не такая, как у нас сейчас, где по минус 25. И поэтому здесь очень много людей выбирают свое средство передвижения, это мотобайки. В любом их
проявлений. Здесь нету маленьких 50-кубовых, ну я по крайней мере не вижу. Тут начинается примерно это Honda Click, у них 120 кубиков, и они очень популярны. Основные производители мотобайков — это Yamaha, Honda, в принципе все, и немножко Kawasaki есть. То есть еще попадаются всякие Harley Davidson, еще всякие КТМчики всякие есть для внедорожной езды, но это очень маленький процент. В основном все делается Honda и Yamaha. И это целесообразно. В Таиланде всегда тепло, и в семью можно купить два байка, в принципе, передвигаться. Здесь очень хорошие дороги, здесь, в принципе, я ни разу не видел ДТП, и поэтому попасть в аварию на мотобайке, ну, вероятность очень маленькая, если вы хорошо водите. Здесь люди ездят по правилам, здесь даже байки показывают поворотники, здесь никто резко не перестраивается, без поворотников тем более, вообще каких-то серьезных ДТП я не видел, просто там, ну, притерлись, там что-то такое, то очень редко. Вообще тайцы очень хорошо водят, ну, попадается какая-то вот очень редко дичь какая-то, что кто-то там что-то блуданул. Но в основной массе все очень культурно ездят, не очень быстро. Вот. По трассам рекомендую ездить обязательно в шлеме, потому что с порванной жопой-то еще можно жить, а вот с пробитой головой нет. Так что на байке лучше катайтесь в шлеме. Еще мне что нравится, вот, допустим, стоит второстепенный какой-нибудь, ну, дорогой автомобиль. Вот такой Хайс будет, или какой-нибудь Toyota Fortuner, да, новый рестайловый Mitsubishi Pajero Sport, тоже новенький, красивый. И, ну, он по меркам Таиланда, он стоит кучу денег по сравнению вот с таким N-Max'ом, либо там, не знаю, с любым мопедом 50 кубов. И пока едут по основной дороге автомобили, мопеды, он даже не будет потихой как-то вылазить. Он подождет, пока проедет последний мопед, еще какая-нибудь таечка такая без шлема, еле едет такая. На 50-кубовом мопедике такая вот медленно, пока она не проедет, с второстепенки никто не тронется. То есть культура к мопедам вообще, ну, то, что их не обесценивают и вообще к ним относятся как к единице транспорта на дороге. Вот, это, ну, прям круто. То есть у нас в Владивостоке не то, что людей на скутерах, на мотобайках там, ну, как-то вообще к ним, ну, как-то относятся не очень. Люди на каких-то бюджетных автомобилях, они постоянно подвергаются какому-то прессингу. То есть их там не пропускают в пробки, их там, если он едет и выезжает какой-нибудь 570-й, да и черт с тобой, там притормозишь там и прочее. Люди в одном регионе ездят на номерах другого региона. Все, к ним отношение уже другое на дороге. Почему в России так? Непонятно. Во всем мире вообще все по-другому, все культурно. Мы реально страна третьего мира. И в плане поведения на дороге тайцы, многие их русские считают обезьянами. И я вам скажу так, наоборот, в России обезьяны, а вот здесь культурный водитель. Взяли N-Max. Также 150 кубиков, как у PCX, примерно по езде то же самое, в плане, как тянет. Они там у одного 30 тысяч пробег, у другого 15, из-за этого там больше пробег играет роль. Но у N-Max в чем плюс, у него электронное табло, на котором видно вообще расход, видно скорость. Ну, в общем, у него компьютер, как у Вица, ну, прям приятный бонус. У PCX у него просто механическая стрелка, показывающая скорость, там, топливо и, в принципе, все. И еще плюс N-Max — это то, что у него есть ABS. И когда вы едете по дождю, по мокрой дороге, если вы почему-то заскользили, вы зажали задний тормоз слишком сильно, то у него сработает ABS, и вероятность того, что вы упадете, она минимальна. Вот, в общем, нормальный байк. Стоит примерно от 200 до 500 бат
200 это самые низкие цены, это прям надо поискать. Вот, в туристической зоне возле Плежень там стоит примерно 400 бат. Нормальная цена, нормальный бай. Брать больше, брать Форзу, у которой 300 кубиков, ну не знаю. Ну, по-моему, она слишком большая. В пробке где-то пролазить, вот такие PCX и NMAX, это вообще прям, не знаю, самая удобная техника. Honda Click, вот эти маленькие, 125 кубиков, но они прям маловаты. Здесь тайцы ездят даже вчетвером на одном байке. Я сам такое видел. И многие скажут, блин, да это страна третьего мира, они вообще там на своих байках и готовят, и ездят вчетвером. Не поспоришь, здесь идет смешение и технологий, и развития, и тут же тебе пекут блинчики на какой-либо улице, и тут же едут на байке вчетвером. Для России вроде бы это дикость. Но когда ты смотришь в целом на все, сейчас мы стоим около очень большого торгового центра, где, оказывается, уже сейчас будут открываться Chanel, их раньше не было, Гермес. То есть даже уже какие-то большие бренды вещевые, они уже смотрят на Таиланд как на перспективный рынок сбыта. Ребят, последний вопрос, который мы затронем, это дороги. В Таиланде они очень хорошие, в принципе, как и вообще. Я был в Азии много где, это Япония, Гонконг, Китай, Сингапур, Таиланд, Индонезия, и я вам скажу, что в этих странах там такой климат, где постоянно идет дождь, он просто идет столбом. Поэтому если ты строишь какие-то херовые дороги, то у тебя они просто поплывут после первого дождя. И здесь делают дороги по реально правильной технологии. То есть у тебя несколько подушек из щебня, идет сетка, там вот такой слой асфальта, очень много бетонных дорог. В общем, здесь умеют строить дороги. Да, есть нюансики, где-то может быть старая дорога, просто до нее еще тайцы не добрались. В ней есть какие-то маленькие дырочки, но нету ям вот такой глубины, как в России. Это говорит о том, то, что страна делает качественно, и они, если вкладывают деньги в дороги, то они не пытаются на этом в первую очередь заработать. Они построили дорогу и используют ее как реально инвестицию в инфраструктуру острова и вообще Таиланда в целом. Таиланд по части дорог вообще респектую. Также хочется отметить, что даже политическая нестабильность в Таиланде, которая была не так давно, не испугала инвесторов, и они готовы вкладывать очень большие деньги в Таиланд, в его автоиндустрию. Ford планирует в ближайшем будущем вложить 15 миллиардов бат. Mitsubishi Motor также планирует 15 миллиардов бат. И у Toyota, у нее до этого были очень большие вливания в тайский свой завод. И в ближайшем будущем они еще доинвестируют 4 миллиарда тайских бат. Это очень большие деньги. Ребят, мое мнение. Эта страна сейчас растет на японских технологиях. В плане автомобилестроения, большие грузовики, гражданские какие-то автомобили, даже те же самые байки. Ребят, находимся на выезде с пляжа Корон. Здесь стоит стационарный пост, и на нем частенько проводят свои операции полицейские, которые останавливают байки с туристами, которые останавливают машины, ну, пореже, правда, потому что тачки все в глухой тонировке, и не видно, там сидят либо тайцы, либо сидят туристы, которые без прав, возможно, балды, прикуренные, там, все что угодно. Поэтому тормозят байки. Даже если вы в каске, вас остановят, проверят карточку. Если у вас международные права категории А, если у вас их нету, то это 500 бат. Если вы едете еще и без каски, то с вас тоже 500 бат. Из вашего пассажира, который тоже без каски, тоже 500 бат. Также проверяют, если у вас есть перегар, то заводят в эту будку. И сейчас мы чуть-чуть подсняли, как кореец, по моему мнению, его заподозрили, то, что он немножечко пьяненький, они его завели в будку. Там тестер есть, но тестер там, я вам скажу, такой, что вполне возможно, что он некорректно работает. Вообще здесь 0,2 промилле допустимы. Но я думаю, если у вас есть перегар, то я думаю, он завышает. Ну там вообще такое устройство, ну прям веры ему нету. Поэтому не ездите балдыми. По поводу марихуаны, вообще
если, то есть вас заподозрил полицейский, то, что вы какой-то похожий на человека употребляющего, у вас будет полный обыск, вплоть до трусов, что у вас в трусах, там они прощупывают обувь, все, что у вас в рюкзаке, байк, внутри все просматривают. Если находят, ну вот недавно человечек отдал 50 тысяч бат, на рубли это 100 тысяч рублей за решение вопроса. Тут люди занимаются более серьезными препаратами, то есть там вообще другие цены и ну, там вообще все намного серьезнее. То есть мусора, они в Тае мусора, можно всегда договориться, но я считаю правильным то, что полицейские останавливают людей без касок, они проверяют права, мало ли вы не умеете ездить, либо вы дурак, вы ездите без каски. И если вы упадете, либо попадете в ДТП без каски, то вообще можно ну, потерять голову. Также проверяют хайсы автобуса, туристические, открывают заднюю пассажирскую дверь и смотрят, пристегнуты ли туристы. Если не пристегнуты, то каждому штрафы там вообще какие-то большие. Потому что здесь автобусы бывают переворачиваются и есть летальные случаи. И это все сделано для того, чтобы было меньше процента смертности среди туристов, чтобы это не портило туристический бизнес. Поэтому полицейские будут наказывать вас деньгами за неисполнение вот таких вот моментов. Права, каски, непристегнутые, там, пьяные за рулем. Я считаю это правильно, потому что Таиланд хочет, чтобы вы оставили здесь деньги, но не оставили здесь жизни. Мне очень приятно смотреть на развивающийся остров Пхукет, да и вообще на Таиланд в целом. Эта страна в плане автомобилей очень многогранна. Здесь вы можете купить очень многое и в бэушном сегменте, и в новом сегменте. Если вы хотите здесь вести какие-то дела, японская техника вам в этом поможет. Здесь хорошие дороги, здесь дешевый бензин и дизель, потому что очень много дизельных машин. И здесь нету ДТП, здесь очень положительная атмосфера для автопроизводителей, здесь очень положительная атмосфера для пользования этим транспортом. Я рад за Таиланд, я рад за этих азиатских трудяг, что японские тачки им помогают. Надеюсь, наши машины, которые мы привозим для вас, они помогут вам в вашей жизни. Ребят, поставьте лайк, напишите комментарий внизу вообще, что думаете о Таиланде, либо это вообще загнивающая страна третьего мира, либо они реально прут вверх, и я просто что-то придумал под каким-то тайским коктейлем. Также можете подписаться на наш канал, вы все равно на него подпишетесь, но лучше сделайте это раньше, пока это не стало мейнстримом, быть подписанным на Сферу Кар. Ребят, я с вами прощаюсь, пока! Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.